Основоположник палестинского стиля, обладатель премии Ганса Кристиана Андерсена, детский писатель и художник Нахум Гутман. Его отцом был еврейский писатель Симха Бен Цион. Некоторое время семья жила в Одессе, пока отец преподавал в Хедере. Именно в Одессе работы мальчика увидел писатель Хаим Нахман Бялик и предложил мальчику сделать иллюстрации к его книге. Со временем семья переехала в Эрец Израиль. После смерти матери бабушка настояла на том, чтобы ее внук уехал в Иерусалим и поступил в школу Бецалель. В 1948 году, когда началась война за независимость, Нахум Гутман написал коллекцию портретов, посвященных израильским солдатам, которые сражались в этой войне. Также к его работам принадлежит герб Тель-Авива и мозаичное панно, которое находится в первом небоскребе города Тель-Авив под названием Мигдаль-Шалом.